Всем привет! У нас сегодня солнечная погода такая. Кстати, у нас спрашивали по поводу кур. Вот эти, которые здоровые куры, это кокинхины, которые такие вот рябушка куры. А вот эти, это кукушка. Вот такие они тоже здоровые, красивые куры. Михеленская кукушка, правильно. У них лапы розовые. Ой, вправду, у них лапы розовые. Правда, у нас сейчас грязь, то снег, то дождь. Все, погода немножко такая. У кокинхинов очень сложно определить петуха. Вот он, красавчик. Потому что у них нету этих гребешков, гребли не растут. Ага, у них такая, кстати, голова маленькая. Угу. Сами такие здоровые, пышные, красивые, в штанишках. А голова такая маленькая. Кокин, посмотри на меня. Цепа-цепа-цепа-цепа-цепа-цепа-цеп. И еще момент такой, у михеленских кукушек, я вот наблюдаю, петухи между собой не дерутся. Они, по идее, у них такой возраст уже начинают, они должны были вот в стойку вставать, там, права качать, а нет, мирно живут. Привет, это несушки наши, они нам сейчас яйца несут, девчонки наши, да, кубанские наши. Девчонки. Я обратил внимание, смотри, рога насколько выросли. Скажи, не мешай мне есть. Я ем. Надо было в детстве прижечь ему. Буду готовить тефтели. Нарезала здесь лук. Здесь натерла на крупной терке морковь, говяжий фарш. И надо будет перекрутить это индейка. Тоже сюда все перекручу. Ставлю, буду тефтели готовить с зажаркой. Ну, прям в фарш зажарку буду делать. Так очень вкусно, они очень сочные. Я просто не первый раз готовлю, я уже так готовила. Очень получается вкусно. Там у меня стоит на плите, только приготовила ужин. На улице уже темно. У нас жду Рушана, должен скоро уже приехать. Я думаю, он и Нэнсик ждет, сидит. Да, да, говорит, ждет, сидит. Так что сейчас буду обжаривать лук. И следом буду обжаривать уже морковь. Обжарю это, естественно, чтобы не сгорело до такой слабой золотистой корочки. И буду перекручивать фарш, доставать мясорубку, что мне не очень сильно хочется ради вот этой тарелочки доставать всю мясорубку. Смотрите, сколько у меня будет зажарки. Вот сейчас морковочка еще немножко ужарится. Я так немножко протушу. Вот. И сколько у меня риса. Вот это вот просто у меня это весь рис. Больше у меня, к сожалению, нету. Вот такие будут хлипенькие тефтельки. Больше овощей, меньше риса. И, ну, и больше, естественно, мяса. Может, тогда это будут правильные тефтели. Я люблю, когда риса нормально. Многие делают 50 на 50. Кто как готовит. Кто как любит и у кого какая возможность. Вот, я так скажу. Все по-разному готовят. Все, пусть еще немножко. Так, все, буду перекручивать фарш. Я ополаскиваю после коробки мясорубку. Всегда. На всякий случай. Мало ли, пыль, все же где-то может попадет. Так, еще начну с мяса. Потом буду уже все добавлять. Главное не забыть про сковородку, чтобы ничего не сгорело. Я думаю, наверное, уже и хватит. Все, выключила.
добавляю. Не так уж много риса. Все, что есть. Больше нету риса, надо купить. Просто я начала готовить, кинулась, смотрю, а риса нету, риса. Я предварительно немножко отварила, потом промыла его холодной водой. Добавляю на это количество фарша я 2 яйца. Яйца предварительно я мою и проверяю, чтобы они были все хорошие. Отдельно вот так вот я их разбиваю. Все. Так, яйца готовы. Все. Теперь добавляю соль. И добавляем перчик. Специи можно по вкусу. Перчика нету, сейчас буду доставать. Так, у нас перчик вот здесь вот. Вот в этом вот контейнере. Как вы заметили, я сегодня без фартука, так как я фартук постирала. И первый, и второй. Все, что здесь висело, я все забросила в стирку. Поэтому я вот так вот сегодня вот такая вот, без фартука. Так, добавлю сразу сюда перчик. Сюда паприку. Немножко паприки. Занимались, у нас как раз немного остыло. Смотрю, не совсем. Но надеюсь, сильно горячо не будет. Морковь с луком, зажарка. И заметьте, у меня нету здесь масла, ничего не бежит, не капает, не льется. Масла я немного добавила. Бабушка, это я. Кто там? Я-я-я. Я-я-я, мой я-я-я дома сидит в такое время. Ну что скажешь? Ух ты! Что так долго? Ты стенку собирал, блин, гостиную. Большая, что ли? Ну вот на пол стены, вот, на пол комнаты. На пол вот этой комнаты? Или их комнаты? Ну у них комната, в принципе, чуть больше этой, грубо говоря, вот как от угла. Угу. И так до середины вот газовой плиты. Нет. И еще комод. И комод? Угу. А еще, блин, это, блин. Наш этот, не знаю, где делают эту мебель. Ну, ага. В плане инструкции, можно сказать, ее не было. Короче, было тяжко, да? Да, я за это. Ну, я заметила. Ты в 4 ушел. Время 9. А я даже не знаю, сколько времени. Ну, потому что реально там это... Я так сразу поняла, что там, наверное, нелегко. Без инструкции попробуй. А почему инструкцию не делают? Она есть инструкция, но она инструкция, знаешь, для тех людей, кто, блин, 1000 крат, там, сколько там было? 6 коробок? Ага. 6 коробок. И все детали в коробках в перемешку лежат. Угу. Не так, допустим, как в икеевской мебели, допустим, ты открываешь одну коробку, и там пошел пошагово, раз, два, три, там. А там от одного элемента одни запчасти, от второго другие запчасти, короче. И вот я сначала все это разобрал, а потом пытался этот ребус собрать. Угу. Я его смотрел, 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 у него это... И ушел, да? И пошел спать? Нет. Помогал тебе? Он, конечно, помогал. Там еще, блин, мы заднюю стенку раза 3 разбирали. Один шкаф, получается, там тоже раза 3. Собрали, разобрали, потому что там это... Угу. Я уже ужин приготовила, это уже горячее все. Да, я чувствую. Чувствуешь, пахнет вкусно? А ты в дом не заходил? Нет, я просто... это что? Это тефтели буду готовить. На заморозку. Вот так вот мы это... Рушан помогает соседям. Потом, когда мы куда-то уезжаем, соседи помогают нам. Предлагали деньги? Да. Не взял? Нет. Правильно, не надо. Я им сказал, говорю, то, что... Мы скоро уедем. Нет, я говорю, вы нам тоже, говорю, помогаете. Мы же уезжаем, вы там животных смотрите. Там. Она такая, это другое. Ну, в смысле другое? Я сказал, ничего не надо. Жилка, этот, жилка, можешь брать.
Ну, правильно, не надо брать. Они нам помогают, соседи. Правильно, ну, что не берешь. Ну, я тебе говорю, это. Еще, я чувствую, попадаются. Насчет чего? Ну, они будут пытаться это... Деньги вручить? Угу. Да вот бы я сбежал. Ничего. Тебе надо сказать, мы скоро на неделю уезжаем. Так намекнуть. Тебе надо, знаешь, что сделать? Они тебе деньги дают, а ты такое это. А мы вообще скоро уезжаем на неделю. Угу. Забыли, как кто будет смотреть. Да, у нас хорошие соседи в этом плане. Они нам сразу сказали, хоть кого, говорит, держите, кроме коровы. Мы, говорит, придем, говорит, поможем. Угу. Но, говорит, с коровой нет. Все, ладно, будем катать. Вот такой, видите, сочный получается фарш. Смотрите, какой красивый, сочный. Говядинка такая хорошая, жирная, с жирком прям. Да и индейка тоже была с жирком. Здесь на инсерушанке делать я ждала все. Видите, хороший фарш. Я сейчас быстро накатаю. И мы будем ужинать. МЧС пришло только что. Куда пришло МЧС? На телефон. А. И это сказали, что будет усиление ветра у нас. Сказали или написали? Написали, ладно. Сказали, написали. Прислали оповещение. Усиление ветра это... Это плохо. Да. Мне очень хочется. Все, ура. Все, у тебя все поместилось? Ну вот покажи. Красивые такие. Ну. Они такие яркие, сочные. Да. Вот мне так больше нравится. Налепили катариков, завтра поедем на щуку. Налепили катариков, полная раковина посуды. Угу. А мы сперва поужинаем, да? Да. А потом я уже займусь всей посудой. Так что все нормально. Все потом. Все завтра, да? Шучу. Да. Попозже. Как говорится, как говорят мудрые люди, не откладывая на завтра, то, что можно отложить на послезавтра. Не надо. Все сегодня. Сейчас это все в морозилочку. Быстренько как-нибудь надо уложить еще. А там вот в кастрюле надо будет это хрюш я собрала. Да, но это показывать не буду. Нет, там ничего такого нет. Да, ладно, покажу. Не надо!